Здравствуйте, меня зовут Елена Кузовкина, это программа «Красота требуется». Наши героини – простые женщины со своими проблемами и заботами. Мы находим их в интернете, и до начала съемки программы практически ничего о них не знаем. И для нас, и для них это эксперимент. Предлагаем еще один. Олеся Березовская, 35 лет, мама двоих сыновей, не замужем, согласилась поучаствовать в нашей программе, потому что по натуре авантюристка и любит эксперименты, но только не во внешнем виде. Праздничное платье до сих пор не выбрала, однако точно знает, оно должно быть и по фасону, и по цене демократичным. Листала журналы, хочется платьишко, потом хочется такое, чтобы потом можно было одеть. В общем, глаза разбегаются. Чтобы глаза не разбегались, поможет специалист, который знает, какие цвета сейчас в тренде и какой наряд подойдет для нашей очень стройной героини. Для новогоднего корпоратива Олесе предложили вот это кружевное платье. Главным цветом осени-зимы стала спелая груша, красная груша. То есть, собственно, тот образ, который мы подобрали героине, это как раз цвет сезона. А еще в наступающем году желтой земляной свиньи актуальными будут цвета природных оттенков. Например, хаки, коричневый или желтый. Последний, кстати, можно заменить на золото. После примерки блестящего платья в пайетках у Олеси заблестели глаза. И все же сегодня мы решили остановить свой выбор вот на этом элегантном и деловом наряде. Впереди у нашей героини еще много работы, и данный костюм украсит ее трудовые будни. Отправляемся в салон красоты. По нашей просьбе особых экспериментов прически не будет. К тому же, по мнению мастера, цвет волос Олеси идеально ей подходит. Челку носить девушке не советуют, она еще больше подчеркнет худобу лица и остроту скул. Останавливаемся на романтично-коктейльном варианте и передаем Олесю в руки визажиста. Нравится, что лицо подчеркнули, брови более четко выразили. Как-то я вообще по-другому смотрюсь. Очень нравится прическа. Вроде просто, но в то же время очень оригинально. Приятная музыка, таинственная атмосфера и волшебные ароматы. Посещение спа-салона для Олеси стало настоящим праздником, как для души, так и для тела. Первое, что наши героини предложили в спа-салоне «Азия Спа» – корректирующую процедуру с использованием аппарата LPG. Даже у стройных девушек эффективно борется с целлюлитом, подтягивает кожу, уплотняет ее, повышает тургор и обеспечивает мягкость, эластичность, борется также с возрастными изменениями кожи. На один сеанс в среднем уходит около часа, но чтобы эффект был заметен, а результат сохранился надолго, необходимо пройти минимум 10 процедур. У нашей героини проблемных зон на теле практически нет, а потому Олесе предлагаем расслабиться и ощутить полную гармонию. Для нашей героини время, проведенное в Азии спа, пролетело незаметно. Олеся не хотела уходить и задержалась здесь на чашку волшебного бодрящего чая. Но нас ожидал финальный этап. Красивая и полная уверенности в себе Олеся решилась на отчаянный поступок. Она захотела сделать себе дорогой, но очень долгожданный подарок. Совсем недавно Олеся продала свой автомобиль. Говорит, поспешила, ведь найти нового четырехколесного друга до сих пор не может. Среди подержанных машину своей мечты не встретила. А вот в автосалоне «Барнаул Моторс», официальном дилере Kia в Алтайском крае, она ее увидела и, кажется, не замечала больше ничего вокруг. Ее буквально заворожил новенький Kia Sportage. И неудивительно, говорят специалисты, автомобили этой марки уже давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных и комфортных. Высокое качество сборки уже оценили многие автомобилисты. Наша героиня, которая после участия в программе решила жить красиво, в таком дерзком авто точно не останется незамеченной. Помимо эффектного дизайна, этот автомобиль порадует хозяйку сниженным расходом топлива, а встроенные функции помогут Олесе чувствовать себя на дорогах максимально комфортно в любую погоду. Ведь это Kia Sportage.
Благодарим за участие в съемках программы «Бутик женской одежды Бонтон». Вам надоели однотипные вещи из шоурумов и масс-маркетов? Вы не знаете, что сейчас модно и актуально? Тогда вам непременно стоит заглянуть в Бонтон. Здесь представлены стильные деловые и вечерние образы, а также оригинальные модели собственного производства. Расположен бутик в цокольном этаже торгового центра «Норд-Вест». Все новинки и акции магазина вы можете увидеть на странице в Инстаграм. Позвольте себе быть неповторимой каждый день вместе с Бонтон. Хотите сделать приятное близкому человеку или коллеге? Дарите радость вместе с Азия Спа. Подарочный сертификат – незабываемый подарок на все случаи жизни. Это возможность посетить полный комплекс спа-программы. Уход за лицом и телом, аппаратная коррекция фигуры, а также любые услуги спа-зоны. Азия Спа желает вам хорошего отдыха и отличного предновогоднего настроения. Не отказывайте в удовольствии. Дарите праздник себе и близким вместе с Азия Спа. Ты красива и уверена в себе, ты хочешь быть яркой на дороге? Новый Kia Sportage – это то, что тебе нужно. Динамичный и комфортный, с мощным двигателем. Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями. Круиз-контроль, обновленная аудиосистема, светодиодные дневные ходовые огни и, конечно же, подогрев руля и всех сидений. Только до конца декабря приобрести новый Kia Sportage можно с выгодой до 145 тысяч рублей. Вас ждут в автосалоне Барнаул Моторс, официальном дилере Kia в Алтайском крае. Новый Kia Sportage для такой разной тебя.